Милана Зубарева, Анна Шумила, София Ким және де Елизавета Волкова. Начинается представление участниц. Алымхан Жамсинбекова, Кыргызстан. Диана Абдулаева, Таджикистан. Милана Зубарева, наша молодая спортсменка, в предварительных забегах показавшая результат 57,76 секунды. По четвертой дорожке Анна Шумилова, ее результат в забеге 56,58 секунды. По пятой дорожке Шерин Самсон Валавуд, Малайзия, 54,16. София Ким, Казахстан, примет старт по шестой дорожке. Ее основная специализация – бег на 800 метров, но также очень хорошо она преодолевает дистанцию 400 метров. Елизавета Волкова, Казахстан, по седьмой дорожке. И по восьмой представительница сборной Кыргызстана Рената Сон. Рекорд мемориала принадлежит спортсменке из Казахстана Татьяне Расланова и составляет 50,68 секунды, установлен в 2004 году. Ал достар, қазір 400 метрге жарыс басталғалы жатыр. Желаяқтарымызбен таныстық, барлығы бір-бірінен асып тұр, өте керемет желаяқтар, жылдам желаяқтар. Көреміз, тамашалаймыз. Стартовал забег. Мы видим, что представительница Малайзии очень активно начала бег. Она уже догоняет практически всех участниц и очень уверенно захватывает лидерство. Однако эта дистанция 400 метров является одной из самых сложных в легкой атлетике. Здесь нужно быстро преодолеть первые 400 метров и постараться сохранить силы и добавить на заключительных 200 метрах. Я казар бірінші орнан бірден малайзиялық желаяқ Шерин Валабу. Өте қарқынды бастады. Қазір енді соңғы 100 метрлік қашықтық қалды. Қазір жүгіріп келеді. Өте айқын басымдылықпен бірінші орынға келді деп айтсақ та болады. Некей уақыт 52 секунд және 57 доля секунд. Очень высокий результат показывает спортсменка из Малайзии Шерин Валабуд. 52,60 секунды. Второй финиширует Анна Шумилова, Казахстан. Ее результат 56,01 секунды. Давайте насладимся повтором забега с огромным преимуществом. Побеждает у нас Шерин Валабу. Ну и напомню, что она имеет очень высокий личный рекорд 51,79 секунды.